В японском городе Сагамихара загорелся склад ВВС США. Пострадавших нет. Спасателям удалось локализовать пожар. По данным СМИ, возгорание возникло после нескольких мощных взрывов. Пламя охватило большую часть территории военного комплекса. На базе полностью выгорел одноэтажный склад площадью 900 квадратных метров. На месте ЧП обнаружены разбросанные баллоны с кислородом. Причины происшествия пока неизвестны. Поскольку объект принадлежит Соединенным Штатам, выяснять подробности инцидента будут американские военные. Власти японского города признались, у них нет информации о том, что именно хранилось на складе. Однако, по сведениям армии США, боеприпасов и радиоактивных веществ там не было.